Виктория Целицкая в числе тех, кто осознанно подходит к выбору зимних развлечений. У девушки маленький ребенок, и с ним нужно гулять ежедневно. Для того, чтобы отдых был безопасный, Виктория выбирает оборудованные горки для катания. Так как близко к дому, удобно. И то, что оборудовано, все-таки тут и скорость другая, и поинтереснее. И то, что желоб не вылетаешь, все-таки безопаснее будет для маленького ребенка. Среди жителей города встречаются и те, кто не прочь рискнуть и покататься на небезопасных горках. На оборудованных там все равно не продумано под ватрушки. Там очень неудобно заходить по этим лесенкам, подниматься. И, во-вторых, там все равно неровно. И экстрима не хватает ребенку. Здесь все-таки классно. Нет. Для катания на ватрушках в городе оборудованы горки на площади Куйбышева и во всех парках Самары. Игнорирование правил безопасности – главная причина серьезных травм, а в некоторых случаях – летальных исходов. Травматологи сходятся во мнении, что перед тем, как сесть на ватрушку, нужно адекватно оценить местность. Не слишком ли крутой спуск и нет ли на пути препятствий? Рост травм он практически не наблюдается, он практически такой же, то есть стоит по статистике. Единственное, что получается, что зачастую из-за неосторожности возрастает риск больших травм. То есть люди начинают кататься совместно, большими группами, большие скорости набирают. То есть и с высоких горок, и, соответственно, именно крупные травмы, большие травмы. То есть это перелом бедра, позвоночника. Не так давно в Самарской области мужчина и две женщины серьезно пострадали при катании с горы. Случаев подобных этому немало, отмечают травматологи. Надувные ватрушки, как правило, неуправляемы. Вращаются при движении и набирают высокую скорость. Спасатели в очередной раз призывают горожан соблюдать правила катания на тюбингах, беречь себя и своих близких. Мария Елчан, Николай Епифанов, Василий Колдашов. События.